Добрый день. В эфире теледебаты «Я выбираю». Студия «Рай», коалиция «Ради свободы выбора» представляет эти дебаты, чтобы больше вас проинформировать, чтобы вы сделали получше выбор. Дебаты осуществляются с помощью фонда IFS, Единое национальное движение, Христиан-демократическая партия, коалиция «Грузинская мечта» и Грузинская лейбористская партия. Вот четыре избирательных субъекта, участвующих в наших теледебатах. Сегодня у нас третьи дебаты, и тема дебата является реформа здравоохранения и система страхования. А в третьих дебатах, к сожалению, опять не участвует Единое национальное движение, их представитель, и позвольте представить трех участников коалиции «Грузинская мечта». Коба Давиташвили, христиан-демократическое движение Магда Никашвили и лейбористская партия Георгий Гугава. В дебатах также участвует... То есть первый номер у лейбористской партии в наших дебатах, второй у христиан-демократического движения, а третий у коалиции «Грузинская мечта». Еще раз выражаем сожаление, что сегодня к нам не пришел представитель Единого национального движения, и мы оставляем за собой надежду, что в последующих дебатах они все-таки будут принимать участие. Чтобы представить свою программу, каждому кандидату предоставляется по 3 минуты. А для ответов также по 3 минуты, и на вопрос эксперта им дается по 2 минуты на ответ. А для вопросов друг другу предоставляется по 1 минуте. Позвольте представить приглашенного эксперта нашего дебата Резуса Кеврашвили, аналитический центр, эконом-центр. И еще раз напоминаю, что сегодня будем говорить о системе страхования и о реформе здравоохранения. Еще раз позволите поприветствовать вас. И первая тема наших сегодняшних дебатов — это представление вашей программы. То есть какая должна быть модель, которая должна обеспечить качественное и доступное здравоохранение. Добрый день, дорогие коллеги, дорогие телезрители. Огромное спасибо за приглашение в студию. К сожалению, в стране такой фон, что из-за соответствующих ресурсов произошла поляризация медиаресурсов, и для лейбористской партии медиа просто закрылась. И это прекрасная возможность довести нашу программу до дорогих избирателей, до наших сограждан. Что касается здравоохранения, во всех нормальных цивилизованных странах главным предметом заботы государства должен быть человек и забота о его жизни и здравоохранении, так как самая большая ценность в этом мире — это человек, и все усилия государства должны быть направлены на обеспечение жизни и безопасности и здоровья человека. Что касается сферы здравоохранения, к сожалению, за долгие годы она разрушалась, она полностью превратилась в прибыльный бизнес, полностью имела место монополизация в системе, и в результате большинство населения просто не имеет возможности получать здравоохранение, услуги по здравоохранению со стороны государства. Для этого нет соответствующего фонда. Если посмотрим статистику, который публикует Сакстат, там мы увидим, что возросла смертность, понизилась рождаемость, повысилось число заболеваний и так далее. Чтобы это искоренить, нужны следующие условия и проведение следующей политики. Первое. Во всех регионах надо учредить бесплатные больницы, где у тех граждан будет возможность, то есть получить бесплатное здравоохранение, если нет у них возможности. Добрый день. Спасибо, что мы сегодня говорим на эту тему. И в целом приветствую, что все ведущие политические партии, силы говорят, что здравоохранение их приоритет. Это означает, что политики более или менее
догадывается, что является заботой общества, и даже не знаю ни одной семьи, у которой не было проблем по здравоохранению. То, что тема приоритет для христиан-демократов, наше общество уже проинформировано. Мы долгие годы уже работаем и не только предлагаем нашему обществу, а мы многое уже сделали в данной сфере. Конкретно то, что люди получают полисы, пенсионеры, дети и инвалиды, за это мы боролись годы, и сегодня очень серьезный результат. Хотя это часть системы здравоохранения, для христиан-демократов важно создать систему, где будет правильный баланс между частными и государственными интересами. Мы не против частной инициативы и не говорим, что все должно быть за счет государства. Наоборот, развитая современная система устроена так, что должен быть соблюден баланс там, где можно пустить частные интересы, и там, где госучреждения должны быть приоритетами. Конечно, узловой вопрос с увеличением финансирования. Когда мы представили госбюджет, христиан-демократы, мы сказали, что 2,9 миллиарда лари будет потрачено на здравоохранение и социальную сферу, и 800 миллионов мы выделили на здравоохранение. Это означает, что сегодняшнее финансирование будет удвоено. Мы говорим, что у всех граждан должно иметься пакет первичного обслуживания. Речь не идет о том, что базисный пакет только страховая компания должна предоставить. У компании есть свое место, но во всех они не могут просто участвовать. Главное, чтобы у всех граждан были определенные пакеты услуг, есть определенный пакет, который именно государство должно обеспечить. У всех будет первичный пакет, но, конечно, есть в нашем обществе группы, которые, конечно, требуют особого ухода. Это пожилые люди, пенсионеры, дети, не, скажем, до 5, как говорит власть, а до 18 лет. Также инвалиды, люди с ограниченными возможностями и другие категории, у них, у которых есть особый статус в нашем обществе. То есть люди, которые потеряли кормильца, ветераны войны, пенсионеры, силовые структуры и так далее. Это тоже представляет большую группу. У них должен быть улучшенный пакет обслуживания. И, конечно, мы не можем отталкивать их людей, которые сегодня не заняты. Критерии, то есть безработица для властей сегодня не существует, несмотря на то, что для выборов власть начала говорить о том, что надо заняться безработицей, но реально она ничего не делает. То есть безработица, то есть должна быть одним из приоритетов. Большое спасибо, Губа. Приветствую телезрителей, большое спасибо за приглашение. Главный приоритет грузинской мечты – здравоохранение. Это изначально было заявлено, как только мы заявили о начале своей кампании. Наш приоритет выделяется тем, что мы думаем, что у каждого жителя этой страны должно быть качественное здравоохранение. И мы выбираем метод, который действует в Европе. Частично речь идет о модели Бисмарка. И успешная адаптация этой модели случилась в постсоветском пространстве, в Эстонии в частности, и мы детально рассчитали, сколько это стоит. В этом помог опыт Сачхере, где страховая компания «Карт» объединенная в Иванишвили уже долгие годы осуществляет ту систему, когда каждый гражданин застрахован, и каждый гражданин имеет доступ к страхованию. Мы считаем, что 845 миллионов нужно для того, чтобы у каждого гражданина был доступный базисный пакет страхования. И вместо системы, когда госчиновник решает, кому дать полис, полис должен иметься у каждого, чтобы решение принималось не госчиновником здравоохранения, с одной стороны, и не монополист, страховая компания с другой стороны. То есть должна быть внедрена система социального парламента, то есть система самоуправления врачей и пациентов, как это бывает в европейских странах, как это Бисмарк ввел в 1883 году, где будет сбалансировано как пациентов, врачей, так и пенсия. То есть основная цель политики здравоохранения — это должен быть пациент. До сих пор все говорили о том, то есть, что нужно сделать для врачей. Конечно, учитывать интересы врачей очень важно, но самое главное — это пациент.
Конечно, учитывать интересы врача нужно, но все нужно для того, чтобы человек в 21 веке не умирал без лекарства, без операции и элементарно без медицинской процедуры. Кроме того, политика здравоохранения не означает обеспечить только страховую систему. Это также вот подразумевает медицинское образование, так как нету беспрерывной системы образования. Это необходимо профессии врача для того, чтобы... Вы знаете, врач — это профессия, которая постоянно требует повышения квалификации. И самое главное, что нужно сказать, необходимо, то есть внедрить систему здравоохранения, то есть муниципальные больницы, которые будут доступны для людей. Большое спасибо. Разница между вашими программами как раз наблюдается по части роли государства. То есть в какой форме должно участвовать государство в сфере здравоохранения? Еще раз подчеркиваю, что сегодня в дебатах не участвует Единое национальное движение, и мы не знаем их позиции по данному вопросу. Очень важно, чтобы мы детально говорили о вашей концепции, то есть 3 минуты, чтобы предоставить мнение, то есть в какой форме должно участвовать государство в сфере здравоохранения. Самое главное, что я должен и хочу сказать очень часто, предвыборный период, то есть все вооруженные волчьим инстинктом политические силы облачаются в овечью шкуру и становятся левыми, и только тогда вспоминают, какие проблемы в стране. А в другое время они заняты другими делами. А для лейбористской партии это предмет ежедневной заботы, как раз вот наша заслуга в том, что в свое время была создана бесплатная служба 03, наша заслуга, когда мы сохранили 11 тысяч врачей, но, к сожалению, из-за черного переворота в 2003 году, который окрасили и крестили розовой революцией, началось целенаправленное разрушение этой системы, и государство просто умыло руки над судьбой этих брошенных на произвол судьбы людей. Еще раз подчеркиваю, что во всех регионах надо открыть бесплатную больницу, где люди, у которых нет возможности сделать операцию, это должно быть профинансировано государством. Кроме того, необходима превенция. Я уже заявлял в начале, что катастрофически, то есть 10 раз возросло по статистике, то есть количество заболеваний. Почему? Потому что у людей нет провести превентивные меры, то есть пока ситуация не дошла до катастрофы, то есть принять нужные лекарства, нужное лечение и так далее. Это тоже надо обеспечить со стороны государства. И еще, во что должно вмешаться государство? Это должно случиться с помощью антимонопольного законодательства, надо запретить здравоохранение монопольную практику сегодня, то есть производство лекарств, дистрибуция, страхование, стационары практически в руках у одной компании монополизировано. Они устанавливают соответствующие монопольные цены, которые недоступны для большей части общества. И более того, для программы страхования вроде бы солидная сумма выделена, 72 миллиона, 100 миллионов, но в конечном итоге эти полисы, которые раздают так называемое страхование, просто окажется всего лишь предвыборная филькинная грамота, которая будет роздана гражданам, а реально оно не будет работать, так как компании, которые монополизировали эту систему, в их интересы в самом деле не входит выдать солидные суммы на обслуживание пациентов и придумывать тысячи причин, чтобы оставить у себя эти суммы. И в результате получаем мафиозные группы, которые сохраняют эти суммы. Это надо разрушить. Магда, договорились, что нужен баланс между гос и частным сектором. То есть, каковы доли?
Задача государства, конечно же, создать систему, которая обеспечит для населения качественные медицинские услуги. Можно говорить о разных моделях, но когда говорим о том, у какой страны самая успешная система здравоохранения, медицина, как правило, например, как она развита в США, это, конечно, очень редко, вполне достижимо. Вы знаете, что в плане доступности здравоохранения там очень много проблем. Если мы говорим о балансе, можно, например, взять за пример Францию, где система устроена так, что у всех граждан, то есть, в принципе, обеспечено медицинское обслуживание в определенной степени. А здесь интерес государства в разных сферах еще не идет, конечно, о выплате суммы, например, 30% частной инициативы и так далее. Это примерно правильный баланс, о котором мы можем говорить, но обеспечение качества всегда должно находиться в компетенции у государства. И сегодня это вне внимания нашей власти практически, потому что о качестве никто не заботится. Единственный приоритет и критерий, по которому решается, то есть какой клиники страховая компания финансирует, это определяется тем, где пониже стоимость. Это, конечно, необходимо. Для этого не нужно изобрести что-то новое. Это система протоколов и инструкций, которые необходимо внедрить. Сегодня у пациента есть страх, а не доверие к лечебному учреждению, потому что не знают, какой диагноз ему поставят. И понятно, что в целом у нас такая картина, то есть этих обездоленных, бедных пациентов, и медиа все это тиражирует, что фактически сложно определить, сложно, чтобы у пациента было доверие, которое должно иметься, если мы хотим, чтобы система была успешной. Необходимо, чтобы был универсальный стандарт лечения. Неважно, человек в столице или в любом регионе получал со стороны государства и удовлетворял минимальным стандартам. Это касается и качества, и, а также лечения, и качества, и а также санитарно-гигиенические нормы. То, что сегодня не соблюдается. Есть очень большая разница между разными лечебными учреждениями. Конечно, разница в комфорте есть во всем мире, но стандарты более или менее должны быть соблюдены. И не должно иметься такое большое различие между престижными 5-звездочными клиниками и хотя бы деревенскими амбулаториями. Вы знаете, деревенская тема, конечно, важна, потому что роль государства — определить все приоритеты, а здравоохранение не является приоритетом для наших властей. Спасибо большое, Коба, на ваш взгляд. Надо сократить удельную долю государства в системе здравоохранения, или практически государству придется занять больше пространства, так как по вашей программе базисная программа охватывает 845 миллионов, да? Во-первых, для грузинской мечты программа здравоохранения — это не предмет теоретических обсуждений. Я уже сказал и хочу повторить, что вся Грузия знает, что в Сачхире есть бесплатная больница, которая существует в программах других партий, но в Сачхире она есть реально. Мы изучили и опыты хотим распространить на всю Грузию, чтобы у всех было доступно бесплатное здравоохранение. Хотя это не означает, что оно не должно финансироваться. Это не означает, что врач не получал зарплату. Это не будет бесплатно, если врач не будет получать финансирование. Поэтому мы исходим из того, что должен быть внедрен принцип одного плательщика. Должны быть аккумулированы средства в бюджете, хотя здесь нужны нормы, например, чтобы подоходный налог не увеличился другим налогом, надо 1/3 выделить на здравоохранение, и как раз этого будет достаточно для того, чтобы устроить здравоохранение таким образом. Еще раз повторяю, что модель Бисмарка, немецкая модель, которая самая успешная, в том числе в постсоветском пространстве, это центристская модель, которая защищает нас от перегибов и направо, и налево. То есть левая сторона — это британская модель, Беверидж, который, повторение, Симашко, что было в Советском Союзе, просто в условиях капиталистической экономики,
где практически бесплатно, но решение принимает госчиновник, это влечет за собой бюрократию и очереди, перераспределение сумм. И есть правая модель Соединенных Штатов и африканских стран с тем отличием, что в США у людей деньги есть, в Африке у людей денег нету. У кого деньги есть, покупают медицинское обслуживание, у кого нет, не покупают. Модель Бисмарка подразумевает, что страхование не должно быть делом исключительно страховых компаний. Это должен быть делом юридического лица публичного права, то есть организация, устроенная по кассе, где в надзирательном совете должно быть равностепеннее представлено государство, то есть люди, которые пользуются доверием пациентов и представители врачебных организаций, чтобы на основе консенсуса этих трех элементов состоялось, принималось единое решение, так же, как и при развитии госпитального сектора, то есть 20-25 местных больниц абсолютно не удовлетворяют никаким условиям, так как, чтобы это назвать, больницу назвать больницей, минимум 130 мест должно быть там. Это минимальные расчеты. Иначе это не удовлетворяет стандартам нетрентабельности. Для этого надо не районные, а окружные больницы надо создавать, а в районах должно быть поликлиники с амбулаторным обслуживанием. Теперь перехожу к нашему эксперту Резо. На основе той информации, которую нам предоставили участники дебата, уже можно задать первый, скажем, вопрос. Большое спасибо. Естественно, уже было сказано о существующей положение, когда одни и те же компании контролируют фармацевтические компании, больницы, поликлиники, системы страхования. То есть их влияние на медицинский сектор, конечно, очень велико, а не благотворительная сила. То есть насколько вы считаете, что положение надо изменить, с другой стороны, какие шаги нужны, чтобы изменить ситуацию так, чтобы ни одна сторона не пострадало, чтобы пациент сохранил выбор, получил сервис, и чтобы государственные программы тоже были более целенаправленно и целенаправленно были расходованы средства, и чтобы бизнес не потерял интерес инвестировать в эту сферу. Спасибо. Мы подняли эту тему, мы долгие годы, как мы сказали, создавали монополии, что недопустимо в Европе, и, как я сказал, то есть производство лекарств, госпитальный сектор, страхование целиком. То есть в Грузии полностью монополизировано. И из-за этого как раз лекарства дорогие, операции дорогие, катастрофические цены. То есть даже кошмарно все сложно это представить. То есть уже как бы дело касается дела морали, пока не положит деньги. То есть, вы знаете, врач даже не берется за пациента. А тут, знаете, секунды, минуты могут решить судьбы жизни человека. Государство должно принять закон, что одной и той же компании запрещается быть и дистрибьютор, и производитель, и владеть госпитальным сектором. В Европе не случайно это было сделано. Это было сделано, чтобы сбалансировать ситуацию. Здесь мы не сможем подойти к вопросу, исходя из, скажем, правил игры по классическому бизнесу. Если, вы знаете, дело касается жизни человека, государство должно активно вмешиваться. Речь шла о качестве лечения и так далее. И, конечно, по законодательству это надо разрушить. Это даст нам возможность, во-первых, чтобы была высокая конкуренция, возможность конкуренции, и конкуренция необходима, то есть обязательно вызовет снижение цены. Более того, в том плане государство тоже должно вмешаться, что необходимые, то есть чтобы список необходимых для жизни лекарств, то есть список должна быть самая низкая предельная цена, неважно, это через парламент произойдет, через правительство, это уже вопрос технический. То есть это зависит от законодательства. Конечно, это имеет огромное значение. Например, лекарство для сердца. Если нет у человека такого лекарства, он может потерять просто жизнь. Большое спасибо, Магда, ваш ответ. В случае существования политической воли совершенно безболезненно можно разделить на сегменты медицинской сферы, чтобы не пострадали личные интересы. Единственное исключение — это США, страховая компания, которую
плюс располагают еще и медицинским учреждением. Так что мы должны использовать те примеры, которые есть в Европе, да, успешные примеры, так как четко определяется, в каком сегменте какая компания работает. Речь не идет о том, чтобы это как бы только с компаниями вот мы можем получить такой опыт. Я считаю, что в целом то есть все услуги, когда компании предоставили пациенты, это неправильный подход. Мы, христиан-демократы, считаем, что между этими сервисами есть приоритетные элементы для государства, то есть которые не через страховые компании, а через государство, через провайдеры, через их личные взаимоотношения надо обеспечить. Речь идет о ваучерном финансировании, о старой модели, как это было раньше. Речь идет о чем? То есть иммунизация населения, то есть первичное обслуживание, то есть частная компания, это находится в руках у частной компании, это неправильно. В той стране, как Грузия, так как я имею в виду, что, вы знаете, в случае стихийных бедствий здесь могут возникнуть проблемы, например, опять с той же военной агрессии. У нас была такая ситуация, то есть когда вот срочная служба должна быть под влиянием государства, например, С-гепатит, пациент, которые болеют вот этим, их обслуживание, онкология, кардиохирургия. Вот две программы, на которые мы должны сделать особый акцент, так как в Грузии люди как раз вот гибнут по этой причине, то есть сердечно-сосудистые заболевания и онкологические заболевания. То есть эти программы должно обеспечить государство без страховых компаний, а система на себя берет риски. Коба, вы что скажете? Хочу начать с того, что, конечно, демонополизация должна произойти, и качество еще должно быть больше. Конечно, мы делаем не с конгломератом, куда входит стационар, страховая компания, фармацевтическое производство, фармацевтическая или аптечная сеть. К этому добавляется банк, который владеет всем этим. То есть качество монополизации не видано в мире. Надо, конечно, однозначно демонополизировать, и через антимонопольное законодательство, эти компании надо разделить, и каждый сегмент отдельно должен функционировать на рынке. Это первое, что касается лекарства. А вы знаете, тут невиданная маржа в прибыли фармацевтической деятельности по одной простой причине. У нас нет госконтроля над качеством лекарств. Даже нет гослаборатории, которая проверяла бы качество лекарства. И часто, когда продают в аптеках лекарства, то есть лечебных элементов, ингредиентов просто нет вообще в лекарстве или очень небольшой доли. Например, в Израиле, Индии прямо предлагают грузинским компаниям, что реалистично, то есть как бы они предлагают договариваться о доле лечения в лекарстве, и там 10 или 5%. Такие лекарства продают, и прибыль составляет где-то 1000%. Это реальная цифра, если будем учитывать количество лекарства. Что касается необходимого списка, то есть надо ориентацию здесь на генерика. Когда лекарство впервые выходит под авторским правом, оно очень дорогое, и приобрести такое лекарство, конечно, сложно, но проходит срок авторских прав, и производство этого лекарства могут все только по другим названиям, хотя лекарство то же самое. Вот именно на генерике мы должны сделать акцент и предоставить именно вот эти генерики всем. Вот это. И также необходимо, чтобы существовал госсектор и чтобы государство было вовлечено в это дело как контролирующий орган. Спасибо. То есть опять мы возвращаемся к особой роли государства. Сейчас мы выходим на рекламу, а после рекламы мы вернемся к этим вопросам. Мы продолжаем наши теледебаты. Я выбираю. И тема сегодняшних дебатов – это реформа здравоохранения и страховая система. В наших дебатах участвуют Лейбористская партия, Христиан-демократическая партия и коалиция Грузинское Мечта. И их представители
Вот это третья передача наших тематических циклов. Вновь не участвуют представители единонационального движения, и формат наших теледебатов как раз предусматривал формат четырех политических партий. Сегодня мы говорим о здравоохранении, о страховой системе. Первой части наших дебатов мы в большей степени говорили именно о роли государства в системе здравоохранения, и мы говорили о качественном и доступном здравоохранении. Мне очень интересна ваша позиция в плане доступности, потому что за последние годы власть больше берет курс при создании госпитального сектора, то есть над государственным учреждением, и те амбулаторные учреждения, поликлинические учреждения, которые были в регионах и в деревнях, практически система изменилась. Как вы это представляете? Насколько можно создавать более доступное здравоохранение, то есть управление которым будет в то же время более эффективным? Да, как я уже говорил, роль государства в этой сфере неограниченно большая, если она берет ответственность, если будет соответствующая политическая воля. Как я уже говорил, сегодня здравоохранение в катастрофическом положении, так как большинство населения не имеет средств получить соответствующие услуги, и из-за нищеты не может это делать. Что касается этой системы, конечно, в любой стране она должна быть развита, но это у нас используется для манипулирования, для выборов. Во всех районных центрах необходимо, чтобы существовали солидные медицинские учреждения. В регионах минимум одна бесплатная стационарная клиника, больница, бесплатная в том плане, что она будет финансироваться государством. То есть в регионе один, минимум один. Так как, исходя из этого положения, из реального положения, без страхования, без фальшивых полисов, человек, если нуждается в операции, придет туда, сделает операцию, нужно лечение, будет лечиться, нужно лекарство, ему будет дано лекарство, потом заполнятся расходы, эти расходы будут покрыты государством. Теперь логический вопрос, откуда государство все это возьмет? Оно же не дойная корова, ведь в этом случае надо внедрить принцип социальной солидарности. Вот в Сенате Франции рассматривают, то есть 70% маржу налогообложения богатых. В Британии это 55%, в США сами миллиардеры выступают с инициативой повысить для богатых налоги. И в Грузии тоже нужно, конечно, облагать богатых налогами. Исходя из нашей реальности, у кого есть деньги, то есть больше, чем 100 тысяч, то есть или миллионы состояния, его надо облагать налогом с большой маржой и с большой маржой. И это надо, конечно, направлять на прибавление пенсии, на здравоохранение и так далее. Говоря о доступности здравоохранения, однозначно, что приоритет это должно стать здравоохранение. Сегодня, когда человек, то есть в крайне сложном положении попадает в больницу, лечение не так уж успешно, как в случае превенции, но это связано с большими расходами. Не только с расходами со стороны государства. Сегодня система финансирования такова, что 70% на расходы здравоохранения платит сам гражданин. Несмотря на то, что у нас есть страховые компании и программы здравоохранения, страхования, то есть 70% все-таки на все расходы платит человек из своего кармана. Поэтому важно, чтобы финансировать именно первичное здравоохранение и эти деревенские амбулаторы, которые находятся в здравом положении, когда сегодня говорят, что построили больницы, надо посмотреть, в каком положении деревенские амбулатории. Там и врачи, и пациенты в тяжелом положении. Если акцент будет на превенцию, это в будущем будет очень гораздо более эффективным в плане расходов. Исходя из исследований в финансовом отношении, конечно, самый большой пресс и доступность к медикаментам для нашего населения. Здесь участие государства крайне низкое. Здесь важна роль страховых компаний, о которой мы говорили. Есть модель, по которой, если то есть определенный расход превышает определенный
определенный уровень медикаментов на одного человека, подключается безлимитный режим, и страховые компании безлимитно оплачивают эти медикаменты. Речь идет о хронических случаях. Считайте, что если у человека нужно больше 600 лари за год, это уже хронические заболевания, и страховая компания должна безлимитно это восполнять. Хорошо, что по нашим требованиям, то есть повысили компонент финансирования медикаментов, необходимо, чтобы для людей с хроническим заболеванием это должно быть безлимитно. И список медикаментов, конечно, надо расширить, которых сегодня страхуются компаниями. Как вы думаете, это, вы знаете, тесно связано с темой самоуправления? Пока у нас не будет реального самоуправления, и пока у местных органов не будет реального бюджета, то есть развитие первичного здравоохранения останется на бумаге, потому что именно самоуправление больше всех должно быть заинтересовано, чтобы в деревне существовала амбулатория, возможности скрининга и исследования. Это очень важно. И почему? У нас государство финансирует довольно дорогостоящие операции. Конечно, финансирование понизилось, и внедряется принцип софинансирования 20%, что особенно для людей, которые находятся в чертой бедности, для таких случаев это уже доходит до абсурда. Если человек удовлетворяет этим требованиям и является бедным, он не может проплатить ни 15, ни 3 тысячи, если удовлетворяет тем критериям, которые им предоставляют как бедному. Так что это непонятно, но в таких случаях даже амбулатория, и, то есть роль амбулатории и первичных исследований очень велика. Если мы потратим лари на начальном этапе мы окажем помощь, это гораздо дешевле будет в плане лечения, пока человек дойдет до операции и крайней необходимости. К сожалению, у нас тратят на операцию и не тратят на превенцию, на исследования. У нас катастрофическое положение, особенно в онкологии. 70% явлений онкологических заболеваний это происходит на 3-4 стадии, когда человеку сложно уже помочь. А в других странах это наоборот. Как раз именно из-за скрининга, что заранее происходит установление этого, и сами государства, страховые компании заинтересованы, чтобы тратить поменьше. А по вашим подсчетам, скрининг-центры должны существовать во всех регионных центрах, да? Минимум в регионных центрах это та сфера, которая должна подняться на районный уровень, а потом на уровень общины. Большое спасибо. И как раз время, когда представители политпартии задают вопросы друг другу, и на каждый ответ вам дается по одной минуте. Георгий, прошу задать вашим конкретным вопросом. Пожалуйста. Коба говорил об успешной модели Сачхевской больницы, а также Сивонишвили связана дистрибуционная компания лекарства Фармадепо, которая вошла на рынок как бы дешевая компания, дешевая сеть, но потом не только сравнилась по ценам с монополистами, а наоборот превысила. А как это вяжется друг с другом, то есть бесплатная Сачхевская больница и Фармадепо? Если можно, поясните, пожалуйста. То есть у них тоже, может быть, такой бизнес-отношение, может быть, они тоже такую политику будут проводить? И вопрос к Магде. А что касается Магды, то у меня следующий вопрос. Как вы думаете, то есть в какой форме вы будете осуществлять сегментацию, то есть ваучерные системы? То есть я, как-то сказать, кажется, то есть сложным, то есть, мягко говоря, в этом случае, то есть система, я думаю, что есть у национального движения. Какова разница между вами и вот этими программами? Коба, прошу вас. По правде говоря, вы знаете, мне не совсем известно владение Фармадепо, хотя, когда на рынке оперирует компания с этими ценами, как есть на рынке, очень сложно сохранить низкие цены, когда вокруг оперирования идет по другим ценам. Кроме того, Бединай Ванишвили не раз заявил, на него оказывалось и давление, в плане, что те проекты, которые он пытался, блокировались только из-за того,
что, то есть, он конкурировал с недобросовестным бизнесом, то есть у него был план, и он, то есть, инвестировал даже в создание бесплатной больницы, то есть это не фонтан, а это центр Тбилиси, но идея была заблокирована только с той причиной, что это будет недобросовестная конкуренция с той компанией, которая конкурирует на медицинском рынке. То есть он признал, что это ошибка, не должен был осуществить проект, и он, конечно, проект будет осуществлять. То есть то, как, то есть какого типа обслуживания получит гражданин, это должно зависеть от его статуса, социального положения. Если человек безработный, то есть понятно, что в конце месяца он не получает никакой прибыли, стабильной суммы, и, конечно, не сможет лечиться собственными расходами. Если человек является с ограниченными возможностями, конечно же, в реальности он не найдет работы. Это минимальный, конечно, шанс. Конечно, в разных странах есть такой шанс, но у нас понятно, что это не бывает. Должен быть для него другой пакет, то есть пенсионер до 18 лет, многодетные семьи и специальный статус, например, человек, который потерял кормильца, который уже есть в нашем обществе. Может быть, в будущем мы будем обсуждать то, что он законодательно надо это сделать. Но мы говорим, что то есть у каждого гражданина должен быть первичный пакет, который оплатит определенные расходы. Но, а у лиц особых категорий должны быть особые пакеты. Вот принципиальная разница между нами и нацдвижением. Магда, теперь ваша очередь задать вопросы. Я обращаюсь к обоим. Понятно, что мы говорим о разных моделях, у нас разные видения, но есть сегодняшняя реальность, где люди уже получают эти полисы. Если мы не сможем внедрить новые системы, нам интересно в нашем сегодняшнем положении, что они назвали бы приоритетом и что они улучшили бы в тех полисах, которые сегодня существуют. Например, христиан-демократам мы говорим, что невозможно, чтобы у всех был один одинаковый полис. Необходимо внести различия, так как у разных категорий людей есть разные нужды. Когда пенсионер студент получает один и те же пакеты, это, конечно, нелогично. У пенсионера другие расходы по медикаментам, а у студента там надо, конечно, акцент делать на превенцию. Что касается инвалидов, то есть, когда полис нет реабилитации, это, конечно, очень большая несправедливость, потому что, может быть, этим людям не нужна операция, но, может быть, им хотя бы раз в год пройти реабилитационный курс. То есть, должны ли быть такие полисы, когда речь идет о том, что все должны получить эти полисы. Именно то дифференцированные группы полисов. Пожалуйста, как я уже отметил, наша реальность, так называемые полисы страхования, я считаю, то есть, как бы, хорошие удочки для нашего населения, потому что мы видим, как система срабатывает, и чаще всего эти полисы пишут такие заболевания, которых вообще нет в этом мире. Но полис все это есть. И когда доходит до дела, никто, конечно, не выполняет. Поэтому мы говорим, что необходимо открыть бесплатную больницу. Когда человек будет там лечиться, будет прооперирован, там будет определены все расходы и покрыты государством. Также, что касается онкологической сферы, должны существовать бесплатные больницы. Был центр, разрушили, продали, и Бог знает, сейчас теперь ходит на этот скрининг. Вот программа была внедрена женой президента, она зарабатывает деньги. Что касается сердца, надо бесплатно лечить, надо иметь специальную программу для пенсионеров, которая будет профинансирована государством. Чтобы изменилось существующих полисах, я обязательно изъял бы, то есть, бесплатные роды для детей до 5 лет, как национальное движение предложило. А это есть сегодняшний полис. Да, сегодня вот были розданы полисы, то есть получили родители детей, пенсионеры, и им обещают бесплатные роды. Вы знаете, это может быть смешно, но с другой стороны, это просто жульничество, то есть предоставляешь тому, кому не нужно, и не предоставляешь тому, кому это нужно. Вот это как бы гениальная идея национального движения. Конечно, это я бы изменил. Что касается дифференциации, я поддерживаю универсальный базовый пакет, не только первичного
здравоохранения, а пакет выше среднего. И в таких случаях принцип, я поддерживаю принцип солидарности между молодыми и пожилыми. То есть молодые должны оплачивать старикам, а богатые бедным, а занятые без работы. Вот принцип. Теперь вы должны, Коба, задать вопросы вашим коллегам. Я хочу от Георгия услышать, то есть модель, которую вы предлагаете, это полное госстрахование, и во сколько это обойдется, почитали ли вы? И что к Магде, мы услышали, что на движение выделяют средства 750 миллионов лари, то есть 3 миллиарда 4 года, а наша цифра 845 известна, у вас 800 миллионов, а у нас вопрос к вам, то есть какую модель вы избираете? Будет это, то есть ориентировано на частные компании, на госкомпании или на общественные страховые компании, то есть публичные функции, но в условиях самоуправления, то есть если можно поподробнее об этой модели. А суть этой программы следующая. Государство должно профинансировать страхование тех людей, здравоохранение тех людей, у которых нет такой возможности. Хорошо, у богатых есть возможность, они могут и страховаться, и поехать за рубеж, и, то есть, ложиться комфортно, палаты и так далее. У них есть такие возможности, но система здравоохранения направлена на тех людей, на тех бедных, обездоленных, у которых нет соответствующей прибыли, и из-за этого их жизнь, их здоровье зависит от Бога, то есть находится под опасностью. А что касается слоя, что то есть этого слова немного, но они монополизировали госресурс, то есть богатые, то есть право богатых должно завершиться, богатых нужно контролировать, и то есть в позитивном смысле их нужно надоить в пользу людей. То есть надо кого-то найти, которого надо надоить, да? А во сколько это обойдется, Георгий? То есть во сколько это обойдется, ваша программа? Конечно, это будет связано с солидными средствами. Это, конечно, требует подсчета. Статистика, которая сегодня есть, конечно, не получится, не подойдет. Надо реально почитать доходы населения, и после этого надо определить, то есть, кому нужна госпомощь, кому сам себе поможет, кто сам себе поможет. Время исчерпано для вашего ответа, Магда. Мы, христиан-демократы, обновили нашу программу здравоохранения с помощью христиан-демократической партии Швеции, с которой у нас тесные взаимоотношения. Конечно, было бы невозможно перенять прямо модель этой страны, потому что у нас разные системы экономического развития, уровня развития. Пригласили консультантов, они изучили положение здесь, и мы создали модель, согласно которой частные страховые компании, конечно, остаются, и государство платит из бюджета, страхует граждан, и часть как бы через базисное страхование, а часть через пакеты. За базисный пакет мы платим, но самое важное, мы выделяем, то есть приоритетные программы из полисов, которые осуществляет государство в соотношении с провайдерами. То есть здесь не провайдер предоставляет гражданину, а среди них и с помощью госпровайдеров. Резу, еще один вопрос вам. Когда говорят, что государство должно страховать, вы знаете, все-таки слой богатых не так уж большой. То есть что речь идет о большем участии государства. То есть в такой стране, как Грузия, это прямо связано с возможностью роста коррупции, с низкой эффективностью этих расходов. То есть какие механизмы вы видите, чтобы, просто говоря, то есть не выделять лишние деньги и не получить результаты еще хуже, как и часто происходило? Спасибо за вопрос. Вы знаете, никто же не истреблял овец, боясь волка. Когда мы доверили частным страхованиям, вы знаете, какое положение повысилось, смертность и так далее. Вот на днях, то есть секунды решали судьбу жизни человека, то есть, но пока не собрали денег родственники, то есть, вы знаете, операцию человеку не делали. Это был аппендицит.
как я понимаю, но речь шла о 1200 лари. То есть пока деньги не выплатили, то есть жизнь человека находилась под опасностью. Исходя из этого, если будет политическая воля, то есть возможно открытие бесплатных больниц, возможно профинансировать бесплатные роды, исходя из демографии, там нужно в нашей стране создание бесплатной онкологической системы, заболеваний сердечно-сосудистых систем. Конечно, опасности есть всегда. Может быть, будет землетрясение, всем погибнем. Это не значит, что заранее как мы должны посыпать голову пеплом. Магда, наверное, мы должны говорить об элитной коррупции, что есть реальная проблема Грузии, а не коррупции в низких эшелонах. Элитная коррупция в нашей стране называется своим именем. Это Михаил Саакашвили, правление национального движения. Если мы в этих условиях осуществляем реформу, конечно, мы не сможем быть защищены от элитной коррупции, так как если есть какая-то монополия коррупции, это как раз благодаря сегодняшней власти. А без этой власти, я думаю, что все вопросы можно решить. Большое спасибо. Вот Магда сэкономила время. Все-таки мы говорим о нецеленаправленном использовании средств, выделенных на здравоохранение. В этом отношении я приведу цифры действующей контрольной палаты, что 2008-2010 годы частные страховые компании, которые получили со стороны государства деньги и распродали полисы, 56% они получили прибыли, то есть всего лишь меньше, чем 50% было использовано на здравоохранение. Это реально, и в условиях региональных монополий эта система никак не обеспечивает, чтобы эти деньги были направлены на людей. И коррупция не меньше, а наоборот больше. И чтобы это не было в руках у чиновника, чтобы чиновник не принимал решения, мы предлагаем власти модель социального парламента, модель Бисмарка, где на основе принципа самоуправления, то есть где в равной степени будут представлены государство, страхование и пациентов, и врачей. Большое спасибо. А сегодня Либеристская партия и представитель Георгий Угава, представитель христиан-демократа Магда Мингашвили, представитель грузинской мечты Коба Давидашвили участвовали в дебатах на тему здравоохранения и системы страхования. Они говорили о возможных изменениях, изменениях, которые они представляют, что если они выиграют и станут правящей силой, проведут обязательно. Еще раз мы выражаем сожаление, что в дебатах не участвовал, как планировалось, единонациональное движение, в отношении которых сегодня было очень много замечаний, много соображений во время наших дебатов было высказано. Конечно, дебаты для вас, чтобы вы получили больше информации и чтобы вы сделали более информированный выбор. Эти дебаты я выбираю, которые вам представляет студия РАЙ, коалиция ради свободы выбора с помощью финансирования Международного фонда IFS. До следующих встреч.